Привет, меня зовут Патрик Рейдинг, и я руководитель отдела, отвечающего за многопользовательский режим Splinter Cell Conviction в Ubisoft Montreal. При помощи Splinter Cell Conviction мы хотим перезагрузить серию Splinter Cell и изменить представление игроков о жанре и геймплее Stealth Action. Для нас также важно перенести эти изменения в многопользовательский режим, дать игрокам шанс почувствовать себя элитным тайным агентом, свободным от обязательств и способным стрелять на поражение во врагов из тени. Мы также работаем над тем, чтобы игроки смогли почувствовать этот стиль игры, работая в команде. Поэтому мы довольно быстро пришли к идее, что это должна быть игра для совместного прохождения, где два игрока работают вместе. Мы называем кампанию для совместного прохождения прологом, потому что это фактически приквел к истории Сэма Фишера в однопользовательском режиме. Два героя из кампании для совместного прохождения на самом деле все еще сотрудники своего агентства. Впервые для всей вселенной Тома Кленси у нас команда из двух персонажей, работающих на конкурирующее агентство в нормальных условиях. Первый из них — это лучник, американец, работающий на третий эшелон и пустельга. Второй — русский агент, работающий на Ворона. Ворон — это своего рода русский третий эшелон, отдел или специальный проект службы внешней разведки. У нас четыре дополнительных режима, которые мы зовем Deniable Ops. Они называются «Охотник», «Проникновение», «Последний рубеж» и «Противостояние». Смысл в том, что кроме этого есть четыре карты из кампании пролога и две дополнительные карты. К тому же есть три уровня сложности, большой выбор оружия и разных элементов из однопользовательского и кооперативного режимов. Кооперативный режим возможен не только через интернет, но и на одном экране. В дополнение к сюжетной кампании, которая представлена прологом, у нас есть четыре дополнительных режима игры, которые мы зовем Deniable Ops.